Решил я слетать в битву за Британию, погонять колонны ботов в простом редакторе. Подсветочка регулируется прицела, яркость. Неудобство здесь в чем состоит? Когда прыгнуть прицелу, ограниченный обзор. Вот и все углы. Харикейны полетели. Вот и все. Дальше я за ними смотреть не могу. Чтобы посмотреть за ними дальше, надо переключить вид. И после этого могу только оглядываться дальше. Ну, да ладно, мы не на истребителе. Наша цель на земле. Это реплей. Вот. У нас на вооружении сейчас одна бомба 250 кг. Итак, летим. Вон боты отработали одну цель, мы возьмем цель, которая левее перед паровозом. Работал я с такого вот вида. Перед сбросом на внешний. Бомба попала куда надо. Сейчас бабахнет. Пава есть. 4 трактора с пушкой. Или 3, 4. Здесь мне померещилась цель. И ее там не было. И дальше я решил лететь не на машинке, а расстрелять взлетающий самолет. Пилот убит. Хотя пишешь и стрелок. Но судя по дальнейшему поведению самолета, убит был пилот. Да, мне пневмосистему выбили. А, вон он побежал, неуправляемый. Кто-то этому хвост оторвал. А, то Харикин шлепнулся. Да, кстати, вот там вот дым. Вот я на него смотрю. Это мой стрелок убил Харикин. Пытается обратно поехать. О, обстрелянный начал разгоняться. Надо ему еще добавить.
сейчас вот я и сам огребу. Пробить бак, амортизатор шасси. Поэтому делаю последний заход и ухожу. Нормально. Вот он, гостеприимный Дюнкерк. Удивительно, что в порту зенитки не бьют. А то они меня навешали сейчас. Ну что ж, до свидания, Англия. Встретимся на том берегу перед посадкой. Нужно лететь долго. Итак, вот он берег, наконец. Долетел без приключений. Ликует. Красиво. Хорошо по кликам обнаруживает самолеты. Вот. Топливо уходит он из трубы. Так что хватило без проблем. А в кабине-то потише. Вам штурмовки засчитали три трактора и пушку, которую обозначили как неизвестно что. Вот. И три самолета Дефаунта. Харикейн, которого сбил стрелок, мне не засчитали. Возможно, потому что это был бот, сбил его. Да и ладно. Вот он уже берег. Через Ла-Манш лететь пришлось долго. Ждал, что топливо кончится. Ну, это лучше, чем если бы пробили маслорадиатор. Тогда мог бы не дотянуть движок стал бы. Так, брешу. Здесь я прицел не включал. Здесь я летел с таким вот видом. Посматривал вниз. Удивлялся, зачем я открыл окошко. Ведь я не пикировал, а штурмовал. Применял лапотника не по назначению. Ну, в общем-то, тоже неплохо получилось. С дырками, с поврежденным шасси. Ну, возвращаюсь целый и сяду почти невредимый. Вот уже аэродром виден. Сейчас буду сбрасывать обороты, выпускать закрылки и заходить на посадку сходу без лишних кругов. Надеюсь, что ни с кем не столкнусь. Сейчас закрылочки пойдут вниз.
полет на полном реализме. Цифрок сбоку нет о скорости. Это не War Thunder. Так что все показания по приборам. Тем более я не знаю, какая должна быть посадочная скорость у U-87. Сажусь на обум с поврежденной левой стойкой шасси. Закозырил немножко, скорость падает, несущая свойство крыла падает, и вот она, провалился на левую стоечку поломанного амортизатора, но больше ничего не сломал. Так что, как говорится, а Сережа молодец, хотя, точнее, Слава молодец. Ура, мы сели.